Здравствуйте. Сегодня давайте разберем вот такую ошибку, когда синий экран появляется на мониторе с таким названием или подобные коды. Нажимаем на кнопку Reset. Идет перезагрузка компьютера. Нажимаем F8. Устранение неполадок. Стрелку перемещаемся ниже. Последняя удачная конфигурация. Дополнительно. Выбрали такой пункт. Нажимаем Enter. Это будет 7-я версия Windows. Сейчас будет идти диагностика всего, поэтому до конца я эту диагностику не буду показывать. Идет диагностика, пока она вся пробежит, только потом можно будет запустить программу Windows. Это займет немножко времени, в зависимости от программного обеспечения и количества находящихся в этом программном обеспечении файлов, но не менее 5 минут. Идет перезагрузка компьютера. Раз. Вуаля. 7-я версия запустилась. Давайте попробуем выйти в интернет. Нажимаем на браузер Google. И как видим, доступ в интернет есть. Все. Вот так каждый может устранить такую ошибку, если будет вот такой синий экран, как показано было ранее. На этом все. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.